Всем привет, привет! Всем привет! Сегодня 30 октября, и сегодня мы едем встречать нашу маму, Катину маму, то есть. Бабушку мы идем встречать! Бабушку, девчонки соскучились, мы тоже соскучились по ней. Сейчас поедем в аэропорт, встретим ее. Собирала одни гостинцы. Будем целовать, обнимать, да? Да. И ее заснимем заодно. Да, и еще ей ее будем угощать. Угощать чем? Будем. И самое главное, будем кружить бабушку, да? Да, да. Гулять ее везде. Сначала мы, конечно, позавтракаем, а то мы упадем, да? Да. Встречать бабушку голодную. Да. Давай, топ-топ, делай. Чтобы добраться до аэропорта, нам нужно, вот мы сейчас находимся здесь, до Ши. Нам нужно доехать так, до... Да, с Даши нам нужно доехать до Тиусилу. До Тиусилу. И пересесть. И пересесть потому на... что наш вот так поезд пойдет. Пошли. Полин, давай. Ребенок время не теряет, даже в дороге занимается китайским языком. Молодец. Ребят, мы приехали в аэропорт, в Баюнь-аэропорт. Так, сказали смотреть на мониторе информацию о рейсе. Вот только что загорелось зеленым. 11.05 приземлился, видишь, время поставили. А должен был 10.55. Маленько с опозданием. В общем, мы дошли, выход Е3. Скоро мама наша должна отсюда выйти. Наши девчата бежали по всему аэропорту, кричали: бабушка, бабушка, да? А? Вот она должна оттуда выйти. Да. Ждем бабушку. Ждем. Как зовут бабушку? Эй, давайте сюда, сюда, давайте. Ну давай, держи быстрее. Эй, иди сюда. Вы хотите сначала телегу? Ходить-то нельзя. Привет, что? Как долетело. Здравствуйте. Привет. Ой, как долетело. Нормально. Ну, ребятам-то привет скажите. Привет. Это чемодан. Чемодан нормально. Сломано, нормально. О, колесо сломалось. Там все сломалось. Ну давайте я покажу. Ну прикинь же, ты получала с телегой и сдавала. Да. А прикинь, с таким сломанным чемоданом в Гонконг бы ехать пришлось. Вот это я думаю, да. Да, идиот.
сказала? Она скулила, это не то слово. Кстати, какие впечатления? Вот вы как бы приехали, там же холодно, да, у нас уже в Сибири? Да, у нас снег уже устойчивый. А вот как только здесь вышли, как вообще? Ну, тепло? В Пекине так уже тепленько, а здесь-то вообще такой, такой сразу влажный воздух. Влажно, да? А теплый такой. И в двух штанах жарковато, да, я так понимаю? Спалили. Чай с молоком. Да, в двух штанах жарковато. Ну, ясно. Короче, у нас еще тепло. Хотя прям вчера буквально, да, стало холодно. Да. Прям ветерок какой-то холодный принесло. Шорты, футболки еще нормально. Ну, я надеюсь, что мы еще в аквапарке будем. Аквапарк? Я не думаю, что он закрыт. Я не знаю. Мы тут раз... А, он до ноября, до конца ноября. До конца ноября. До середины ноября. Что бы ты хотела покушать? Да, кстати, из китайского. Вы же у нас уже были в гостях, вот, ребята, мы же. И из китайской кухни вам же что-то же понравилось? Ой, и мне все нравится. Что в первую очередь, прям вот прям сразу же сходу хочется китайское попробовать? Китайские блины. А, вот, вот. А это да. Утренняя еда. Утренняя, да, да, да. А так, в принципе, ну, да мне все нравится. Ей халяль нравится очень. Халяль, да, мне нравится. В общем, вот это аппарат, через который можно покупать билеты, оплачивая с WeChat и Alipay. Все, оплатили. Посмотрите, как удобно. Получается, вот спуск сразу в метро. Ну что, припоминаете наш дом? Как будто бы вчера, да? Как будто вчера, да. Девчата, рассказывайте, что это такое, и от кого это гостиница? Это подарок от Ербаевой Ариши, да? Да. Ариша, спасибо. Ника. Ариша, спасибо. Короче, мы тут уже распаковали наши гостинцы, да? Кое-что уже попробовали. Кое-что попробовали. Колбасу кое-какую убрали уже в холодильник. Смотрите, у нас вон какой. Ром, коньячок. Будем выпивать зимой, когда будет холодно. Обязательно провансаль, майонез. Очень много колбасы папа передал. Папа, спасибо. Мама, спасибо. Татьяна Анатольевна, спасибо вам. В общем, ребята, все спасибо. Мы прям приняли все гостинцы, все довольны. Достали колбасы все свои книги. Вообще просто. Посмотри, сколько валом. Книг. Это все детские книги. Да, это, кстати, вот книги. Это куча, куча детских книг. От твоей мамы, от нашей бабушки мамы. Наташи. Будем учиться, да, это русская... От бабушки Люды. Что за книжки, скажите? Значит, часть книг просто читать, художественная литература, ну, а большая часть... Обучающая, да? Это вот обучающая. Первый класс по-русскому, да, я так понимаю? Да, да, все, да, я понял. По-русскому, по математике. И окружающий мир. Ну, допустим, да. Что там, давайте посмотрим. Ну, Поле, вот рабочая тетрадь, окружающий мир. А, ну вот береза, ель, слушай, вот это здорово. Да, конечно, я тебе говорила это. Кстати, вот такую штуку вообще спасибо. Персонально, да. Да, это наше, из нашего города. Смотри, там бриллиантики красивые. На можно мы поменяем? Все, мне больше это нравится, потому что мне тоже белые волосы. Пожалуйста, Полина. Девчата, ну что, бабушку привели в наше любимое кафе, да? Наши любимые. Татьяна Анатольевна, соскучились по китайской еде? Ой, очень. Сейчас будем тест-драйв. Я уже же говорю тебе, еду, хочу много китайской еды, хочу много фруктов, хочу много овощей, зелени. Да, фрукты обязательно надо будет сделать. С приездом. С приездом. Отлично. Легенькая, да, хорошая? Я отвыкла от палочек за год. Да? Да. Не может ничего поймать. Я ничего не могу поймать. Давайте, но успевайте, а то мы сейчас это... Не-не-не. Девчата палками вон как управляют. Давайте я покажу. Давай.
что-то ничего не ешь. Вот. Поэтому мне учиться-то не у кого. Давай. Я умею. Вот так. Вот так, да. Раз. Так. Раз. Мажика. Угу. Так. Видишь? И в рот, да? Бабушка. Ага, и в рот. Ну да. Потихоньку. Ну, это остро. Это хорошо. Это не остро. Это хорошо. Это здорово, да? Да, это классно. Я вот хотела. Все, вы в Китае. Я не могла дождаться, когда я приеду, и вот это острое поем. Да. Я. Эта рыба вот вам же вроде понравилась по-первому, да? О. Да. Я хочу сказать, что я начала острое есть после того, как съездила в прошлом году сюда. Да. Да. Причем мне хочется очень много острого. Прям. А теперь квашеная капуста. Там, кстати, попадается квашеный перец, вон он лежит с краю. Зеленый. Его не надо есть, потому что это очень острое. Его вот убираете, да? Да, так же, как и красный. Убираете. А если вот эта вот трава, это квашеная капуста, не знаю, что за капуста. Понятно. Синтай называется. Как? Синтай называется. Квашеная капуста и рыба. Да, квашеная капуста. Дословно. Аккуратно там, косточки. Вот эта штука очень вкусная. Здорово, да? Ну вот, мы все съели. Было очень вкусно, я целый год этого ждала. Если вам понравилось это видео, ставьте палец вверх. Ну и встретимся на канале. Пока!